Всем привет! Сегодня у нас 30 число и все не в фокусе. Все, пойдемте гулять. Гулять. That's my sexy honey, baby. Yes, you are. You're a sexy one. Mm-mm. Yeah, really, you are. Okay, people, who's the sexy one? Her or me? You let us know. They'll say you. Because you look good. Oh, look, they changed it. Yay. What? She had a one for fall. Yeah. Your scarf. У нас на улице очень тепло. It is so warm, actually. У Нелли эти, видно их? Как это называется? Запонки? С уровнем. See, that's how you don't spill your drink. В общем, мы пошли гулять куда-нибудь. So у нас сегодня 2 года. Lord, please let it stay like this for the whole season. Yeah, it'd be nice. Очень хорошо на улице, так тепло прям и вообще. Все, пойдемте. Я просто вообще не могу поверить, какая сегодня потрясающая погода. Сегодня, наверное, градусов 12. Мне кажется, я так тепло никогда не была одета. Может, не просто тепло, потому что на улице так тепло, но не знаю. На самом деле, очень клевая погода. Вот, мы сейчас заправились. Вернее, мы сейчас на заправке у нас, вы не поверите, но газ, ну, вернее, бензин стоит, вам, наверное, не видно, 2,64. Это за галлон. Галлон это 3,8 литров. То есть почти 4 литра бензина за... Ну там считайте сами, сколько у вас получается. Вот, я не знаю, у вас цены на бензин на самом деле. Говорят, что дорого. Так что вот. Я жду Инеля. Он где-то там пропал. Где он? Есть там, идет? Нет, не идет. Ладно, сейчас поедем, в общем, дальше. Hi, my honey. Hey, everyone. Привет всем. Как мы сказали, здесь с чего это все началось, здесь и закончится. Я когда сюда приехала, я весила 45 килограммов, мы сюда сходили один раз, и мы начали набирать вес. Это такой буфет, то есть вон там вся еда. Ну понятно, в общем, буфет. Набираешь себе кучу всякой еды. That's my honey. Okay. This is spicy. This is spicy white fish soup. It is so freaking good. Mm. I don't know if you want to taste, but got some jalapenos in there. Can I just have some fish. Broth? Oh, broth is really spicy. Wow. Like that. That is good. Okay. I have this is chicken teriyaki. Mm-hmm. This here is squid or calamari. You gotta tell them in Russian. I love calamari. You can have a piece when you like mm-hmm. bite it. You gotta tell them what it is. Calamari. Oh. Okay. This is teriyaki курица. Mm-hmm. Rice. Rice, vegetable rice, stir fried rice. This here is spinach. 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 Сыр. Good. Crab legs and butter. Масло с крабовыми ножками. Я взяла себе различных суши, я даже не знаю их все названия. Вот. Здесь стейк. I'm gonna try steak. Yep. Перечный. Затем зеленые бобы. В общем, все очень вкусно. Нам приятного аппетита. Mm-hmm. Enjoy, my love. Sorry, I will. Mm-hmm. I love you so much. Happy anniversary. Baby. Happy anniversary. Все, пока. How is it, my honey? It's almost gone. Pile of crab legs. I'm still mushing on. Yeah. Я настолько объелась, что у меня кружится голова. This is the first place we came when you got here, right? Yeah. I don't even know why we went. Because I wanted some sushi or something. Yeah. Я настолько объелась, мне так плохо. We needed some coals with us. Yes. Сейчас бы активировала угля пару штучек. О, у меня кружится голова, потому что я объелась. I feel dizzy. We're like high off food. Вот все, что осталось. Mm. I still want some fruit. Go get some.
Again, again. Huh? It's not what not. You're so sexy. I love you. Mmm. Okay. Я пошла за фруктами. Yeah. Посмотрите на этот кошмар. You didn't finish your soup, was that hot? No. Just got salty. Okay. Пойдемте, я вам покажу, что тут есть. Вот здесь, короче, суши. Здесь такая секция больше для, как бы, американцев, европейцев, не знаю. Фруктики всякие. Пойду себе за тарелочкой. Так, берешь кружечку, там всякие вот сладости. Пойдемте посмотрим, что у них есть. Иу. Такие вот браунис, всякие-всякие конфетки, печеньишки. Мы сюда еще вернемся с вами, погодите. Идемте наберем себе каких-нибудь фруктиков. Я больше не могу. Купи свою водичку. И смотрите, я взяла себе мандаринов. Уже объелась ими. Я жду Инеля. Инель пошел в ванную. Ooh, it's so pretty, right? Maybe we need to get you a bigger one. Oh, привет! Hi! Hi, Annie! Look, it's us! Привет всем! Мы уже сходили, погуляли по магазинам. Сейчас мы пойдем смотреть кино. What movie are we going to see? Oh, Guardians of the Galaxy. Yeah. I'll probably call it Protectors of the Outer Earth Realm. Мы идем смотреть Guardians. How do you say that? I don't know. Защитники Галактики. Вот сейчас их пойдем смотреть. So we're gonna go straight there. We don't want to. No, we have like 10 minutes left. Okay. Alright, maybe should we go? Do you smell shake or something? I smoke cigarettes in my mouth. Oh, yeah, me too. That's weird. Whew. Look, the lighting's so nice. Mm-hmm. Twilight. So what the key with me? Twilight. That's my hand. Okay, maybe should we go? Go to kino. Bye. Всем привет! Мы только что приехали домой. А, погодите, у меня не видно. Включу свет. Та-дам! Привет! Мы, в общем, приехали домой, я уже сказала. Сходили мы в это кино. Упс. Называется... Вау. Кино называется... Стражи Вселенной, не знаю, Guardians of the Galaxy называется по-английски. Стражи Галактики. И, ну, ничего так. Слишком много ненормативной лексики, как мне показалось. То есть, будучи... Не знаю, там было очень много детей. И... Ну, именно родители с детьми. И так как это сделал, как бы, ну, Marvel, да, и Disney, то это, мне кажется, было слишком много использовано, ну, такой лексики и жестов и тому подобное для того, чтобы показывать маленьким детям. То есть у нас даже рейтинга, по-моему, никого не стояло, когда мы покупали билеты. То есть там просто куча детей приходила за билетами. Вот. Но очень много было народу, и мы сидели так близко, и жарко было. Поэтому как-то так мы подустали, поэтому решили дальше никуда не ехать, поехать домой. Вот, так что такой вот на сегодня день прошел. Should we tell him bye now? Yeah. What, yeah. You not want to talk? Can you want to talk yet? Huh? No, but we're not, like, we're not going to show anything, so yeah, I guess... Yeah, we're done for the night. Да, у нас сегодня все. Мы приехали домой, будем отдыхать. Maybe drink some tea with cake? Mm-hmm. With a cake? A cake? I don't know. И... Да, все, давайте тогда спасибо вам за поздравления. Инель всем передает спокойной ночи или доброе утро, как вам удобнее, кому как удобнее, поэтому... Did you hear that? Yeah. What was that? I don't know. I just wanted to drop something. Уже все, будем с вами прощаться, увидимся с вами позже. Спасибо за то, что смотрите, за комментарии, и да, увидимся с вами потом. Пока!